Вы решили приобрести сумку-тележку, и вам нужен полноценный, качественный, шикарный обзор для того, чтобы быть уверенным, что вы приобретете хорошую сумку-тележку. Медленно, детально, сейчас я вам расскажу, слушайте меня внимательно. Эта сумка-тележка в первую очередь высокая. Высота от нижней части пола до края рукоятки составляет 104 сантиметра. Я ростом 1,90 м, и посмотрите, как вообще шикарно она для меня в использовании. Видите? Опачки. Супер вообще. Люди, которые будут ростом чуть пониже 1,70 м, вообще будет идеально. Я вам сразу говорю, что вам очень понравится эта тележка. В чем самые главные большие плюсы этой сумки-тележки? Давайте начнем с самого начала. Мы ее сейчас покажем, как она в разобранном состоянии к вам придет и как вы ее распакуете. Вот в таком сложном состоянии она к вам придет. Она придет то ли в картоновой упаковке, то ли в целлофановом пакете. Вы ее распаковываете, достаете. И обратите внимание, какой толщины она. Небольшой. А это значит, что вы можете всунуть ее под диван, на шкаф. И либо просто даже положить в машину, никакого большого объема она не составит. Толщина, ширина, точнее, вот этой части плюс-минус до 13 сантиметров. Вообще идеальнейший вариант. Во внутренней части здесь находятся два колеса. Посмотрите, колесо, оно само по себе все полностью пластиковое. Высокопрочный пластик, вообще мега крутой пластик. Плюс, самый главный, здесь находится подшипник. Подшипник для того, чтобы хорошо, плавно и очень качественно вращалось колесо. И один из самых классных моментов, это вот эта верхняя часть, это пена, можно сказать, каучук. Для чего это нужна пена? Она гасит движение вашей тележки по ямкам, не дребезжит. Не то, что, например, кстати, даже и не скользит. Вообще идеальнейший вариант для того, чтобы комфортно чувствовать себя в движении по городу, либо за городом. Колесо сверхпрочное, поверьте вы мне, не сломается. Здесь находится у нас два колеса. Вот. Когда вы планируете одевать это колесо, не забудьте, вот эта вот металлическая шпингалетина, ее надо нажать. Надеваете колесо вот на эту ось, опачки, и нажав вот на эту шпингалетину, раз, чик, она защелкнулась, буквально несколько миллиметров. Все, колесо стоит полностью на месте и никуда вообще не соскакивает. Отличное колесо, если я не ошибаюсь, диаметром оно 21 сантиметр. Чем больше колесо, тем меньше тряска. Я вас уверяю. Вот опять же, одеваем второе колесико сюда вот, опачки. Нажимаем на шпингалетину. Чик. И оно буквально там 3-5 миллиметров защелкивается идеальнейше. Как вы видите, приходит вам в целлофановом пакете. Этот целлофановый пакетик вы обдираете. И посмотрите внимательно. Все вот эти конструкции, которые прикрепляются, они здесь прикрепляются. Не металлическая, алюминиевая рама. Именно очень хорошими, качественными заклепками. Видите, и пластик здесь вообще выше. Это просто не сумка, а это сумка-танк. Я вам серьезно говорю. Далее, раскладывается она очень быстро, элементарно. Нижняя часть, опачки, и она уже стоит на месте. Вот, сам объем вот этой большой сумки составляет, одна из самых огромнейших вообще сумок по объему, составляет до 50 литров. Ну, по инструкции пишется 50 литров. Нагрузка по инструкции для перевозки этой сумки, ну, вы сами понимаете, нагрузка, которую можно заположить, до 30 килограмм. Рама в этой сумке сверхпрочная, алюминиевая, но очень толстая, реально безумно толстая. Вы не думаете, что она у вас то ли согнется, то ли поломается, ни в коем случае. Эта тележка из разряда сверхкачественных. Есть два огромнейших плюса. Первый плюс — это то, что здесь находятся большие, очень реально большие карманы дополнительные. Видите, какие глубокие, сюда можно положить мобильный телефон, вот вся рука моя влазит. Плюс тут еще сверху дополнительный карманчик. Сюда также можете положить все, что вам угодно и удобно. Два больших кармана. И находятся еще здесь вот боковые кармашки для того, чтобы поставить бутылочку с водой. Просто для того, чтобы положить бутылку не вовнутрь, а сбоку, вот сюда вот вставляем, и все, идеально. Так что отметьте для себя: раз карман, два карман, три, четыре. И самое главное большое помещение,
как я говорил, до 50 литров. Загляните вовнутрь, посмотрите вообще, какое огромнейшее пространство. Это большое пространство вмещает в себя бутылку 19,5 литров просто со свистом. Посмотрите, провалилось. Видите, еще даже запас есть. А значит, сюда можно положить еще гораздо больше предметов, чем вы думали. Значит, по поводу застежки. Она застегивается на шнурок. Видите? Вот шнурочек вот так вот затягивается. Опачки. Эта часть достается. И он здесь вот фиксируется на пружиночку. Все. Супер. Класс. Дальше сверху закрывается лепесток. И защелкивается карабинчик. Карабин из высокопрочного пластика. Регулируемый вверх-вниз. Так что вы останетесь 100% довольны. По поводу тележки. Есть фраза «сумка-тележка», есть фраза «тележка». Смотрите внимательно. Значит, эта сумка снимается полностью с рамы. Это делается на счет 2. И до того, как ее снять, я вам скажу, что она здесь сидит очень прочно. Очень прочно. За счет чего? Некоторые сумки, бывают, нижняя часть ходит влево-вправо. Здесь есть специальные такие липучки, фиксаторы, которые фиксируют эту сумку. Видите? Раз. Вот эти два. Если их не было бы, тогда бы сумка ходила бы влево-вправо. Но они здесь фиксируются и держат эту сумку. Мы их сейчас отстегиваем. Дальше у нас верхняя часть, точно так же крепление, отстегивается на липе. Это для того, чтобы сумку эту снять. И что мы делаем? Мы делаем буквально одним движением руки, поднимаем сумку вверх. Одна секунда, и у вас появляется сумка и тележка, как вы видите сами. Что можно делать с этой телегой? Когда вы, например, пошли в магазин, а точнее, то ли в магазин, конечно же, с сумкой и тележкой, а когда пошли на рынок, и вы захотели сюда поставить, например, ящик, либо там бутылку, ту же самую 19-литровую, ставите вот сюда бутыль, и вот в таком состоянии, либо ящик с клубничкой, перевозите. Сюда еще веревочку или резиночку, тесемочку, и все вообще мега круто, идеально. Как обратно ставится и одевается эта сумка? А обратно же просто, вот он кармашек, вот карман, он одевается на верхнюю часть рамы, опачки. И опускается вниз. Щик. И все, застегнулось. Нижние у нас фиксаторы на липучку. Один. На липучку. Чик. Второй. И сумка готова 100% к использованию. Вообще. Кстати, внутри здесь находится картонка. Очень прочная, очень толстая. Приблизительно 5 миллиметров. Она для того, чтобы ваше вот это дно тканевое не проваливалось, предметы не проваливались. Кладется картоночка, чуточки, вот посмотрите, и все. Предметы там стоят четко, беспроблемно. Мы готовы с вами к поездке за город. Водички попить, мобильный телефон положить, кошелечек. Кстати, от нашего магазина, от нашего аккаунта мы вам предоставляем подарок, это ключница либо кошелек, если когда будете у нас приобретать, имейте в виду. Затягиваем опочки, застегиваем. Вот. И вот такая вот красотища продается в нашем аккаунте магазинчике. Запомните одну главную вещь. Если вы хотите приобрести именно такую сумку, которую только что мы продемонстрировали, кстати, рукоятка, поролоновая рукоятка, некоторые говорят, типа, воду впитывает. Конечно, когда рука потеет, сюда впитывается пот. Вот. Она очень шикарно и приятно держится в руке. Вообще не скользит, имейте в виду. Значит, если вы желаете приобрести именно такую сумку, которую мы только что вам продемонстрировали, вы должны перейти по ссылочке внизу в описании под этим видео. Вот, и переходите прямо в наш магазин. И находите вот эту сумку. Они бывают в разных цветах. Черная, красная, синяя. Все, ребята, если вы приобретете эту сумку, я вас уверяю, вы 100% останетесь довольны. Ссылочка внизу. Приятных всем покупок.